Оренбургские сезоны Дениса Мацуева. В девятый раз знаменитый пианист собирает публику на праздник классической музыки. И, как всегда, на фестивальной площадке корифеи отечественной культуры. В этом году на сцену областной филармонии вышел симфонический оркестр под руководством Владимира Федосеева. Это его дебют в Оренбурге. Это один из последних наших патриархов, нашей великой русской школы, дирижерской школы. И это огромное счастье, то, что мы все совпали. Но это незабываемая встреча, конечно, незабываемая. Публика, которая сегодня была потрясающей. В этот вечер в зале царил Брамс. Композитор сложный и своеобразный, но благодаря исполнителям он проникал в самую душу. Денис Мацуев уделяет большое внимание воспитанию юных талантов. Фонд «Новые имена» ищет дарования по всей России. По традиции, самые-самые становятся обладателями престижной стипендии, которая открывает им дорогу на большую сцену. Яркий тому пример – 11-летняя гостья нашей области Александра Довгань. Второй день фестиваля традиционно посвящен рояльному движению. Денис Мацуев и еврей губернатора Денис Паслер выехали в Акбулак, Шарлык и Переволоцк, чтобы презентовать новые современные инструменты. Первыми оценили звучание подарка местные маленькие музыканты. Я чувствовала только рояль, и про зрителей я даже некоторые моменты забывала. Затем свое потрясающее мастерство показал сам Денис Мацуев. Сначала классические произведения, потом импровизация вместе со знаменитым контрабасистом, джазменом Андреем Ивановым взорвали зал. На будущий год фестивалю исполнится уже 10 лет. Это значит, что он востребован. Его ждут.